Дзин-дзин, дзин-дзин. Двадцать минут до первой звезды в небе твоем. Ты стоишь на перроне и снова молчишь о своем. Двадцать минут, и укатится твой вагон туда, где всем тепло, туда, где нет никого. Двадцать минут улыбки твоих друзей, и они не могут понять, о чем говорить с тобой теперь. Двадцать минут, и что дальше будет в жизни твоей? Не знаешь ты, но не боишься вперед заглянуть. Подожди, у тебя еще 20 минут. Двадцать минут. Но это же целая жизнь. И тают где-то вдали миллионы чудес. Двадцати минут твоя папироса сгорела совсем. Ты забыл все слова, видимо, потому что пора в путь. Двадцать минут для тебя, 20 минут для меня. Здорово. 20 минут для нее и для него. А иди сюда, как раз на фоне этого будет вообще волшебно. Я сюда, 20 минут для нас всех. А я буду. Пусть уезжаешь ты не навек. Все равно расставаться нам тяжело. Но даже если будет наш корабль тонуть, мы не забудем о тебе. Ну ладно, все, поеду я, живите дружно и заплывайте, если что, ко мне. 20 минут, это только 20 минут. 20 минут, целых 20 минут. Подожди, у тебя еще 20 минут. До дома, до берега, не зная предела. Вот тогда там встанут, чтобы я хоть на тоже наплавил. Стрелой уточенный ароматом цветов, ранней весною. И не было времени ждать, не было сил лететь. Так стоял туман в камышах, он просто встречал свою смерть. Земляникой в ладонь дарила мне кровь на радуге снов. Моя любовь лежит и дрожит под одеялом ночей. Коснется взглядом, станет теплей. И мы пойдем с тобой к берегу. Здорово, еще не видали мы умрем с тобой. Наша волшебная стоянка. Благодаря Юле она превращается в особенно волшебную. Наша это благодаря Маше. Это она из Крыма. Она из Крыма она привезла эти пузырики. Крымские. Как стояла душа, не душа. Она просто встречала.
ладони. Звучит одна песня. Планета Земля. Волной в океане. Весной на балконе поднимается ветер. Душа на ладони. Саш, тебе так красиво вообще-то в синие очки. Иди сюда, Саш, чуть-чуть, мы тоже. Тебя камера, тебя не видно, тебя камера же не видит, пойми. Да, вот там. Ты снимаешь. Это Лика-то снимает, да, а моя камера тебя не видит. Песня закончилась уже, все. Песня такая, все там. Это была песня великого Смоленского замечательного рок-барда Егора Разумова. Красиво, очень. Ты понимаешь, картинка в каждой прямо картинка вот это нашего с озера вот это. Это я для того, чтобы. Ну как-то вот поймать, я не знаю, у меня не получилось. Давай про Вереского. Ой, да, про Вереского. Сорваться за веревочку, держаться, глядя в пустоту декабря. И в тисках оморозанной стужи стану сам себе ненужным, но останусь жить для тебя. А солнце пройдет, горе пройдет, долюшка, доля, вересковый мед. Солнце пройдет, горе пройдет, доля вересковый мёд. Бесполезные старания и 3 года ожидания, кто захочет взять на себя? Патентованные лица, птицы, рыбы, рыбы, птицы, я останусь жить для тебя. А солнце пройдет, горе пройдет, долюшка, доля, вересковый мед. Солнце пройдет, горе пройдет, долюшка, доля, вересковый мед. Все, ребята, у меня 4 минуты осталось вообще-то. Я 1.5 часа был, осталось 4 минуты. Представляете? Подземельный, в это время надо молчать. Много песен глупых, нежных, непонятных, безнадежных. Надо мне еще сочинять. А солнце пройдет, горе пройдет, долюшка, доля, вересковый мед. Солнце пройдет, горе пройдет, долюшка, доля, вересковый мед. Любовь всегда штука смелая, чуть что и сразу гореть. Проснулся рано, чтоб писать о любви, сон потом. И прекрасный сон. В окне увидел облака, корабли и стекло. Забыл, зачем и почему, и когда видел жизнь. А на бумаге исчезал без следа, как от красоты не ослепнуть, увидев больше понять. Бессонница от незнания и от желания знать. Когда пою только в масках, приходит время кричать. Когда живых меньше мертвых, несправедливо молчать. Проснулся рано, чтоб писать о любви, сон потом. Thank you.
окно все время облака, корабли и стекло. Забыл зачем и почему и когда видел жизнь, а на экране исчезал без следа. Александр Заславский. Здорово, автор, исполнитель, чудесный. У с нами на стриме был. Здорово. А мы же будем жрать. Побывавшая в Перми снова встретилась с людьми, и вот теперь на сцене на большой с очень группою крутой поет. И не страшно даже то, что ноты все походу съел бегемот. Ой, Россия, а все вы здесь такие, ну а в Африке рай. Нужные силы, да еще какие, чтоб купить 200-метровый сарай. Наши души словно алмазы. Свет очей моих зря не страдай, да? И чего ж не сказал ты сразу, что все в кайф. Эту песню я писал, все программы перебрал, и вот на экране вместо туч появился солнце, луч поет. Этот глобус-талисман со мной проехал, много стран не пьет. Ой, Россия, а все мы здесь такие, ну а в Африке рай. Нужны силы, да еще какие, чтоб продать 200-метровый сарай. Наши души словно алмазы, Шишкин в сердце, а ну полетай. И чего ж ты не понял сразу, что все в кайф. Ой, Россия, а все мы здесь такие, ну а в Африке, а в Африке рай. Нужны силы, да еще какие, чтоб купить 200-метровый сарай. Наши души словно алмазы. Свет очей моих зря не страдай, да? Ничего ж ты не понял сразу, что все в кайф. Молодец. Ура! 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 Да, места давать можно, места, да? Да. Ну, чтобы не остывало. Да. Так, что еще? Ну вот. Ну, я уже съел. Я уже съел. Ну вот. Давайте. Да, Игорь прям так боялся, его не зажарить, что... Да нормально еще. Галёх, иди, мы уже выпиваем. Вторая партия будет более прожарена. А, все-таки делаешь. Ну вот, вид великолепный, вид великолепный. Ну и, собственно, момент. Нет, это все должно быть эстетично, понимаете, красиво. Поэтому, да. Нормально, хорошо. Так что ваше здоровье, дорогие друзья. За Ладогу? За Ладогу! За Ладогу! Вино обалденное просто, да, вообще вино. С чем сравнить, нектар богов просто. А там, реально, кстати, коктебель как старый красивый. Нектар, так и называлось вино. Одно из самых, давно нет уже, помнишь, просто старый нектар пили? Цвет время? Медовый, какой-то насыщенный гречишный мед по цвету. Такое сладкое, это не полусадер, это, по-моему, сладкое. Есть. Бутылки не берем, потому что бутылки они тяжелые. Где соль, человек? Не хочу. Нет, не надо.
ты все снимаешь или нет? Это очень хорошее массандровское вино, просто перелито. Запись идет, поэтому если хотите, чтобы ваши лица были, можете повернуться, это ваше дело. Да, как-то я не буду никого уговаривать, ничего. Так, рюмочки наши, я давайте... То есть мы как в Латинской Америке. Это что мы пьем сейчас, какое? Тукай? Там на нем написано. А, написано. Да. Тукай, да. Повару надо побольше. Такай. Вот сейчас такай пьем, да. Так, и тебе тоже. Массандровский. Донечка, иди, дочерок. Массандровский такай пьем. Оставь гитару, пожалуйста. Да, так, Маша, ты уже, не расстраивайся, у нас шесть рюмок. Не расстраивайся, у нас шесть рюмок. Да. Я шучу. Так. Коленьки ей тоже. Ой, морой, а я Маше положила, она не хочет. Ну ладно, разберетесь. Иди риску поешь. Такай. Мы уже кухон попили. Так, значит, главное, что тот, кто собирал, надо такая. Больше всех положить. Чтобы у него был стимул еще. А мы сравним. Я такая никогда не пил. Вот иди мясо съешь. Это мы первый раз купили случайно. Еще какой-то... Клади же! Лакримонду еще купили. Лакримона тоже еще. Это интересное вино. Лакримона называется. Представляете? А еще такое есть массандровское бастардо. Это другие. Вот это крепление. Игорь, это я переживаю за твой смартфон. А это мой? Я вот не знаю. Вкусные, ой, вот просто вины. Здесь все там. Крепленые вина вкусные. Может, и не твой, я не знаю. Что-то холодно стало. Ну, Галюшка, ты ходил одеваться. Нет, не ходил. Что, нож? Рюмочка. Мне просто не туда далеко подходить. Ой, ребята, давайте сделаем, чтобы наш стул был какой-то вкусный. Где моя тарелка? Камушки мне не хочется. Где твоя рюмка, Маша? Давайте ребенку рюмку. Давайте. Где моя тарелка? Так, вот твоя тарелка. Держи. Так. Мерси. Еще рюмку одну надо... А, пять. И ложка. Раз, два, три, четыре. Еще одну. Так, ложка. Это рюмочка, вот, да. А еще одна где-то рюмка вот есть. Она. Пустая где-то рюмка есть должна быть. Шесть штук должно быть. Вот, вот стоит. А, вот, давайте. Это Игорь. А. Рекомендую аджика. Не детская, Маша. Не детская. Так, не детская аджика. Так, да. Все. А ложки те, да? Да что ж так? Чьи ложки тут? Где моя большая ложка? По-моему, да, самая большая. Так, мясо. Спасибо, дружок. Вот это золотая. Я вино пока вниз поставлю туда. Да, внизу ставь, чтобы не мешало. Да. Так, вот это, да, ну вот. А где? Аккуратнее. Здесь, не да? Не ну вот, все. Сейчас я полосну. Игорек, вот твоя. Ага, давай, ставь. Мясо. Мясо. По два куска берем, да, или как? Я не знаю. А я не знаю, вот я смотрю. Как совесть тебе? А ты совесть. Ты взял три, а я же почему-то. Каких три? Я вижу. У тебя зато большой. Один большой, а второй-то маленький. Ну ладно. А вы хамелеончик, чем заменили? Сколько нас, поскольку тут? Ну-ка, сколько? Раз, два, три. Хамелеончик? Я думаю, что по три можно взять. Ладно, пусть пока чопаемся. Ну пускай, да, пока, да. Так, так, ну давай. Что, ребятки, где? Сразу кушать, Юля. Кушать, Юля. Кушать. Быстрее. Пока горячий. Моя. Тысячной весны. Последний день 2000-й весны. Мы кидали камни в реку, мы кричали человеку, что хотел на дне холодном отдохнуть от ран. Твоя буря ветерочек разболтал воды глоточек, а ты попробуй в шторм 12 баллов в океан. Последний день 2000-й весны. Последний день 2000-й весны. Понимали мы прекрасно, в этой области опасно, мы подвижные мишени, заходите в тир. Поиграем в сочетание пули, песен и незнание, станет нам билетом самый недоступный мир. Последний день 2000-й весны. Последний день 2000-й.
вечная весна. Это вот та песня, которая у меня у Миши Башакова в ближайшие времена самая любимая была. Такая хорошая энергия, такая вообще. Это вот так. Зимний вид в 1660 году. Ладно, я снимаю, ладно. Все, я снимаю. Бревенчато убогие избушки, стоящие как меты у реки. Оставшиеся сети от просушки, плетеные арахнины пуки. Корявый пень, как времени течения. И мельницы, присевший в вертолет. Мужчина в серой шляпе, кропотливо, две бочки нагруженные везет. Вдоль берега на льду остались лодки, деревья индивелые, легки, а в избах топят, согреваясь, печки. По небу ватно-белые дымки. Миролюбиво на коньках-ледянках катается незанятый народ. Уж вечер близится, и лесенкую в небо совершают птицы дальний перелет. Браво! Ну, все, прекрасно! Спасибо! Давай. Ну, тост. Лика скажет тост, да. Прекрасно мы проводим время на Ладоге. Дай Бог нам встретиться еще. За мой отъезд, дорогие друзья. Мы отлично провели время. Сейчас уезжаем. Вам хорошо оставаться. Да. Всем было видно. За наш отъезд. Мы вас очень всех любим. И любим Ладогу. За то, что мы все встретились здесь еще раз. Голова отрезана, бойся по этому песяну. Потому что голова отрезана. И по этому поводу стихи. Коли они весенние, но все равно весенние, да, но все равно позитивные, хорошие. Остро пахло зеленой листвою, звенела земля, наполнялись любовью зеленые, светлые поля, и смеялись лучиночки солнца в ее волосах, и все ярче горела помада на дерзких губах, и упала весна на траву, распустились цветы, а на крыше подрались за кошку шальные коты. И смеялась, и пела от счастья невеста земля. И струились небесной фатою ее тополя. Ну, дорогие друзья, за то, чтобы счастье так и струилось, наше северное счастье, в ваших венах, когда мы уедем. Наша любовь остается с вами. Наша ладожские камушки, ладожские камушки, да. Ребята, ладожские камушки. Это потрясающее такое северное, необъятное, свободное счастье остается с вами, а мы его сохраняем в сердце. Я хочу есть. Не, вот это, и мы отплываем уже, все. Хорошо, ладно, я вас сниму еще в отъезд. Игорёчек, Игорь, иди к нам. Иди с нами, давай тогда. Последнее, да, стихотворение, чокнемся и все, и погнали. Давай, потому что иначе мы не успеем, Мариша тоже, она же быстро так, нет? Сейчас, видео, подожди. Все, мне надо тут запарковать. Ему надо все остановить. Ну, здесь же работа же, поймите. Да, вот. Я говорю, меня Шугаев просто доставит. Сейчас у меня камера тоже работает. Это Шугаев меня, я говорю, я только снимаю. Он мне сразу начинает, давай вот это, давай. Я еще не успеваю. И я вот, понимаете, столько косяков наделал. Я забыл выключить запись из-за этого. И у меня 50 минут лишние, понимаешь, давай. Просто. Это батарейка садится, ну, давай, и лишнее это видео. Ну, чокнемся, и последний стих. Все, готовы. Надо постоянно внимание делать, да. Давайте. Где Рюмашечка? А вот, давайте, внимание. За отъезд и за то, чтобы еще раз встретиться на нашем прекрасном... На яхте. Или, да, на яхте, кстати, вполне. В Средиземном море. Новый день. Отцвет звезд. Вот сегодня отцвет у нас в душе у звезд. Мне кажется, все отлично. Обозначенным им карандашом строгий профиль мой и снег холста. Затихает город наш большой, обжигая строчками уста. Отцвет звезд скользит в твою ладонь, как любовь, как белая вуаль. Ты ее нежнейшую не тронь, отцвет звезд не шаль, не жаль, не жаль. Пусть питает в лужах горький дым, горит чат и холод башмака над безмолвным, старым и седым городом, пронизанным века. Городом, где свет скользит в дома, пламенеет в щебете детей, отражаясь каменным сама меж дворцов, мостов и площадей. Холодом и болью освети этот мир, пусть звезды шепчут нам. Мы договорились, без пяти мир разделим ровно пополам. Отцвет звезд скользит в твою ладонь, как любовь, как белый вуаль. Ты ее нежнейшую не тронь. Нет, не жаль, не жаль, а все же жаль. Это романс. Молодцы, молодцы, все. Хорошо, хорошо. Ну,
Коля уже чувствует в этом, да, мычание. Снимаем перчатки. Ладно, я потом туда приду, пускай там. Так нет, надо просто... Я приду туда, сяду. Потом. Так, где моя рюмочка? Мне должны съесть. Где пошли? Вот это мой, да? Лет позже. Не, вот, портфейн. Это ты что? Да ты. Портфейн, а ты не портфейн? Разный бывает цвет. Бывает черный. Черный дом. Ну, дорогие друзья, я бы снял это самое. Вот это. Поздравляю всех с успешным, так сказать, нашим успешной рыбалкой, успешным приготовлением прекрасных и удивительно вкусных блюд из рыбы. Вот. Убери, пожалуйста. Вот, значит, очень вкусных блюд из рыбы. И то, что я за то, чтобы наши, как сказать, старания взаимодополняли. Ура! И за сегодняшний прекрасный вечер! День особенно был прекрасный. С нашей. Такой прекрасный день. С дождями, ливнями, да, и ураганами. Войдой радугой. Занимайся собой, что ты ко мне пришёл. Меня раздражает, когда кто-то работает. Меня надо закрыть. Я не знаю, мне убрать пока арбуз, наверное, да? Давайте. Сейчас отдыхаю. Маша, надо ответить. Ты отдыхаешь, пока не видел. Шапка. Так. Все, я перехожу тогда туда. Хотя и здесь можно. Ура! Потому что когда я говорю пост, то перейдем. Так, все, выключаю камеру. Ну, ура! Ура! Вы уже чокнули. Я уже чокнули. Пустой-то нельзя. Давай. Коля, ты чего? Ура! Ты уже где-то выпил? Да.